Ой, блядь. Ну что, 23 февраля. Выпьем. Расслабился, Виталька, да? Отдохнул в выходные, да? Погулял в праздничные дни, да? Все случилось 21 февраля. Все как будто застыли на 8 утра. За рулем той машины был невысокого роста человечек в кепочке, и на шее был повязан пидористический шарфик. И в итоге во всей этой херне пострадал только я один. Ибо его колесо — это как все мое крыло. Японский Land Cruiser Toyota. Хорошая машина. А вот водила ее... Мудак, ну вы поняли. Мудак. 22 февраля. This is a motherfucker, if you're on here. This is my brother, this is my friend. Машину чинить, come on, not. Что это такое? Дорога вам все, дорога вам все не городская, дорога вам все равнее какая-то. Что, что ты боишься? Эй, нет, я прямо еду, никуда не еду. Сисиска. Еду по каду, кадовая дорога, кадовая, да. То есть, еду, говорю, то пишу, а то, что пишу, вы будете смотреть. Несмотря на то, что сегодня будет 22 февраля, все-таки спасибо ребятам своим добродушным. Спасибо Global Auto. Все-таки спасибо мне 23 февраля, потому что вчера вот только сделал звоночек. Ребята, так и так, беда. Крыло замято. Ну ли, блядь, надо делать, да, если уважаю себя, станчиво, надо делать. Бей, говорят, сейчас, бег. Сначала со мной, давай, будем делать. Выравнивать, хватит красить. Хер с ним. Знать все равно одна. Давай, мы тебе, короче, новое крыло красим. Приезжаю. Эту скину новое ставим. Все, красота, по красоте. Представляю. Новое крыло красим. Проходим. Правильно? Всем мне вот так успокоенно. Сюда можно вот деньги, да, вот. Поставим новое. Всем, по красоте. Так, в общем, пришел у нас Алишер. Дядька просто... Блин, кузовщик, маляр от бога, развязывает такие узлы. Даже если машину в баранку скрутить, то он ее просто, блядь, она будет как новая ляля просто с завода. Вон сколько у него работы еще тут стоит. Блин. Какое-то пятно непонятно. Коронавирус погулял. Если вот это вот крыло, оно столько весит, то... Я не знаю. Молодец. Все, да? Приплыло. Я переживал, что машина... Там тут... Ну, тут я... Да. Тут он шильдо оригинальное, что чем дай. Что-то крыло приезжает. Поворотник там, да? Конечно, у него там в месяц по два, по три дня выходит из этого ютуба. Так я говорю, сейчас уже не надо на заводе вот корячиться, пахать. Стой с камерой, снимай, как кто-то за тебя корячится. Выкладывай вот это в интернет. Вот выкладывай, вот это в интернет. Смотри, давно, как вы собираетесь. Ёптик-моптик. Так это, антишумка будет.
Да. Ни хера. Зато быстро ржаветь начнет пиво. Ни хера себе. Значит, это Greenpeace машина, блин. Это вот столько говна собирается. Блять, а как же? Так, всем соляроводам на заметку, да? Слой грязи, просто слой грязи. Ни хрена себе, пожалуйста, пиздец. Блять, а как же? Так, всем соляроводам на заметку, да? Слой грязи, просто слой грязи. Ни хрена себе, пожалуйста, пиздец. Да, надо примерить, подходит ли она вообще, да? Ответственный момент. Зазорчики, чтобы дверь открывалась. Как будто там и стояло. Как будто ничего из Китая не приезжал. Независимо от того, что перчи в алюминии или в металле, все совпадает сразу. Да, теперь буду знать, что... Теперь балансировка машин нарушится. Там грязь есть, тут нет. Теперь будет правую сторону забрасывать. Да, я думаю, надо его делать. Сколько звезд, сколько лычек, сколько лиц.